Коту по имени Стив целых 18 лет, впечатляющий возраст для кошки. Он появился у своей хозяйки, когда той было всего 12 лет. Стив должен был стать подарком для младшей сестры, но сам котик привязался именно к старшей девочке. Они стали неразлучными. Но прославился Стив не своим почетным возрастом и любовью к хозяйке, а драматичностью. Все из-за того, что каждый раз кот буквально рыдает, когда с него снимают его любимый вязаный свитерок. Свитер появился у Стива, когда ему нужно было переезжать, хозяйка боялась, что кот замерзнет в багажном отделении и проявила немного креативности. Сначала котик привыкал к новой одежде, но потом он так привык постоянно гулять в свитере, что теперь устраивает скандал при первой попытке снять его. А еще Стив болезненно воспринимает любое расставание с хозяйкой. Когда той нужно было уехать на стажировку, он даже отказался есть. Из-за этого ветеринары назначили коту курс антидепрессантов. Однако, когда женщина рядом Стив может проказничать, он любит недовольными гулять у нее под ногами, есть растения, с грохотом скатываться с кровати на пол, лизать краску и дезодорант, и даже пускать слюнки от счастья. Именно поэтому хозяйка не устает рассказывать в социальных сетях о приключениях и привычках Стива, и собирать умиленные комментарии от поклонников ее четвероногого друга. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Где найдете еще много интересного.